самый большой в Подмосковье. Образовательный центр «Багратион» стал настоящим подарком для жителей Гусарской Баллады. Он рассчитан на 2200 учащихся, в нем созданы все условия для отличной учебы. И это не единственный социальный объект, который заработал в этом году в Одинцовском округе. Открыт новый корпус 14-й гимназии на 500 мест. Ну, по сути, мы понимаем, что это еще одна новая школа. Также детские сады мы открыли в Трехгорке, Новоивановском. Вместе они дали 700 мест для наших детей. Строительство школ в округе продолжается. В следующем году будет готово образовательное учреждение в Горках вторых. В Немчиновке строительные работы тоже в разгаре. На объекте 199 рабочих, 4 единицы техники. Школу постараемся открыть к 1 сентября 2024 года. Как вы замечали ранее, строительную часть мы вводим в этом году и уже в течение до сентября месяца докручиваем на поставку мебели и до конца на отделку и благоустройство уже в нормальном варианте. Продолжается возведение школы в Звенигородском микрорайоне Восточный. Сейчас идет устройство теплоснабжения, ведется кладка внутренних и наружных стен, монтаж окон. Процент готовности не такой, как хотелось бы, из-за проблемы с выносом сетей. Впрочем, она уже почти решена. По Восточному, конечно, необходимо приложить максимум усилий, все, что от нас зависит, зажигать красную лампочку для профильного блока в правительстве Подмосковья, чтобы не сорвать вот объекта. Вместо старой амбулатории – современная поликлиника. Новое медучреждение в Ромашково рассчитано на 350 посещений в смену и уже принимает пациентов. Строительство еще 5 запланировано. Это поликлиники в Гусарской Балладе, Трехгорке, детская в Звенигороде, клинико-диагностический центр в Ромашково и ФАП в Дубках. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».